Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как избавиться от блох? Как избавиться от блох в квартире, в нашем частном доме? В общем, избавиться от них легко и просто, если они у вас завелись. Мы их сейчас выведем. Для этого вам надо будет приобрести препарат. Очень есть хороший препарат, это палач, либо бутокс. Ну, палач вообще бомба. Одна ампула палача, в общем, на пол-литра воды я делаю. И обработку провожу перед тем, как провести обработку, конечно, своих домашних животных и домочадцев, то бишь нас, мы выезжаем на сутки, и жилье остается полностью обработано, проветриваемое, чтобы не дышать пары эти, которые останутся в квартире именно палача препарата. Поэтому после каждой обработки вы провели обработку, и окна открываете, форточки, на 2 часа минимум. После суток можно уже в квартиру въезжать. Ну что хочу сказать, что повторную обработку в любом случае, какая бы химия у вас ни была, какой бы препарат, он уничтожит, конечно, палач, безусловно, всех блох, но через 2 недели вновь кое-где гниды появятся, и надо будет повторную обработку проводить. Поэтому в любом случае вам надо будет потом провести повторную обработку. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи и всем пока!